улица прорезная, Киев, локдаун. Сейчас все сидят дома, никто не шатается по улицам. Ну, это так, по крайней мере, правительство думает, что никто по улицам не шатается. Ну, так оно себе, конечно, думает. А вот так оно есть на самом деле. Думать можно все, что угодно. Людей за лохов можно держать. Ну, можно держать один раз, на второй раз тебе уже никто не верит.